Они существуют все над собой. И больше всего в этот момент, когда вы сидите.
И в другую. Причем старайтесь как можно сильнее, конечно.
Мышцы ног в крепление раз. Мышцы там даже на голову начать.
угадать вернуться. Куда подальше, насколько получится. Да, треугольничек получился, я не знал. Правильно? Тебе руками. Я себя обнимаю за колено нижней ноги, которая на палку стоит. И пытаюсь притянуть к себе. Встаем. Давай.
палки нападают на сайт, я буду не делать это. Очень сильно говорить, потому что очень часто изначально это решится так и кажется. Мы должны сами понять, грудное дело спины напрямую связано с грудным отделом. Но, собственно, грудь теперь. Грудные мышцы мы с вами поняли, что крайне важно растягивать, чтобы у нас не было вот здесь перетягивания. Потому что здесь тянет, все, лопатки развалились, мы пошли в грудь, и сразу на руку вылезли, вот такие красивые. Первый. Второй момент крайне важный. Нам нужно научить наш мозг шире лопатки. Я и говорю, тренировки уже, мне кажется, много-много лет. Я очень рада, что это все, что мы сейчас можем заниматься. Начинаю понимать, что я хочу. Нам надо сейчас нашу палку взять обратно в палку. Есть палк прямой и есть обратно. Вот таким образом. Ну, плюс-минус больше не надо. Ну, мы нужно брать, мы будем уже чуть-чуть. Так, теперь, я начинаю отвечать. Поднимаю палку перед собой. Thank you.
Давайте, давайте. Вот жизнь не догнали, у вас так не крутится. Черт увертили, получилось. У кого-то более мобильно получается, у кого-то менее. Но надо назвать эту тему. Опустим вам. Прошу Женю, что он стал, почему стоит 6. Потому что с вами 4 глава, у меня самая большая лишь она из помощи, которая добила нам. Как раз, как раз, как сам был профессор. Она идет по зубному отделу, по позвоночнику, по шее прям идет, почти что до основания черепа. И потом в форме трапеции третья склопа. Ее как раз функция и есть вот эта. И зачем мы это можем наблюдать? Ну, чтобы у нас все трудится, чтобы у нас была открытая грудная зона. Вот чем чаще мы будем стараться это делать, тем красивее мы будем. Причем это не зависит. Хорошо, правильно. Сделаем, что мы можем назначить. Хочу сейчас, чтобы мы немножко поработали с шеей. Да, не было красавицы. Потому что мы уже выяснили, что трапеция пришла. А потом, наверное, что еще мы не доработали. Шейный отдел самый нежный, с ним нужно очень аккуратно, но проблем не все тьма. Если будет дрожать по шее, почему это может дело привести? Во-первых, потому что у нас будут зажаты сосуды, которые кровь гоняют туда-сюда, и в любом, так сказать, самом высоком месте, где-то меньше, да, когда дышали, в транспорте, у нас сразу было погружение. Но чтобы такого не было, нам вот эти каменные мышцы, а почему мышцы так? На весу, мы волосы, да даже за компьютером вы сидите, как вы иначе. И даже за рулем, но вы ездите, вот это на руках, все, катастрофически забивает шею. Вот там надо их обязательно сами растягивать. Как это делать? Да легко. Первое, наклоняем голову в сторону, ладошку на весу, а вторая ладошка как будто бы давит в пол. То есть мы через дорогие головы не могут. Это вся красивая, все волосы, ничего не сидит. И вот она пошла по колену, по ощущениям. Причем уже сильно это не хочет, давайте сами просто на положение руку постараемся немножко подогреть. Сильнее. И если мне распустить обратно, жить очень-очень удобно.
Да. Большое поле натяжения. Хорошо. Отпускаем руку. Уже ощущается так несколько. Обратно вращаем туда. И в обратную сторону. Сюда. Пару раз. Так, окей, шею чуть поработали, вернемся к нашему новому сумму, и еще раз к чему бегу, но следует
отель. Меньше ставится на ковер. Это упражнение с горем. Как это не может остаться? Всегда делайте упражнение вместе с вами. Мы сейчас протянем грудь и потом чуть-чуть спину. А на России сделаем шаг, обязательно на ковре. Сначала он будет зависеть. 3 на 2 килограмма больше упражнения. Главное, пробуем, пока короткий гон приходит.
Дела. Остальные, как дела? Приятно, правда? Приятно. Я сейчас скажу, что у вас все чаще. Крылышки наши, пока я не вспомнил. Здоровые, надо тоже иногда